Надо продавать только дорогие товары, потому что вы на них больше будете зарабатывать. А вы с продажи одной единицы дорогого товара можете заработать 1000, 2, 3 тысячи рублей. Да. Там уже будет сумма заказов не 50 тысяч, а порядка 200 тысяч. Если мне нужно закупить 100 единиц товара, который стоит 50 рублей, это намного дешевле, вам быстрее может понадобиться дозакупка. Я бы здесь этот голос, так скажем, отдала и дешевым, и дорогим товарам. Грубый пример, но все же, да. Очень многие считают, что в любом случае надо продавать, допустим, только дорогие товары, потому что вы на них больше будете зарабатывать. А кто-то говорит, что не хочет заниматься, ну, в кавычках, этим геморроем и хочет продавать только дешевые товары. Я решила в этом видео немножечко разобраться в этих моментах и с учетом различных критериев сказать, что лучше у дешевых товаров, что лучше у дорогих. Но, судя по моему магазину, явно можно сказать, что я больше за дешевые товары, потому что там есть определенные минусы. И прямо сейчас, ну прямо вот в таком отчасти интерактивном режиме, я надеюсь, вы тоже будете в комментариях участвовать, рассмотрим различные показатели и решим, какому из этих показателей какие товары подходят, дешевые или дорогие. Дешевые, в моем понимании, это все, что до 500 рублей, дорогие, это, ну, это дороже просто и все. Да, в некоторых случаях можно до 1000, мы с вами прям не будем углубляться в такие цифры, просто условно, да, дешевые и дорогие, и посмотрим на примерах. Первые наши показатели, которые есть, я их объединила в один показатель, это наценка, рентабельность и маржинальность. Я думаю, многие здесь могут сказать разные истории. У меня была история, я вот недавно тоже ее рассказывала, что одна девушка, не моя знакомая, но она просто говорила, что вот, мне надо сделать X5 обязательно. То есть у меня вот себестоимость 1000 рублей, я материалы на 1000 рублей закупила, и мне надо сделать X5. Я сижу и думаю, это же, ну, какая классная наценка. Она, честно говоря, на маркетплейсах маловероятна, а возможно, она только у дешевых товарах. И давайте разбираться, почему у дешевых товаров наценка может быть намного больше. Потому что дешевые товары, они могут стоить в себестоимости 50 рублей, а вы можете их продавать за 200, за 250 и даже за 500 рублей. Это значит, что у вас наценка будет в 200, в 300, даже в 500%. И это возможно. Потому что по дешевому товару, ну, как бы, во-первых, сложно понять, сколько он должен стоить. Хотя бывают комментаторы, которые говорят в отзывах, что вот это 500 рублей не может стоить. Вот 280 красная цена. Я думаю, как они определяют? Но это в целом не важно. Так вот, на дешевых товарах намного проще сделать наценку, потому что даже если вы сделаете наценку X5 и X10, у вас все равно будет недорогая цена. И именно поэтому, с учетом того, что все-таки маркетплейсы, большая аудитория, это дешевые товары и те, кто ищут подешевле, то есть в таком случае очень легко сделать большую наценку. У них очень хорошая маржинальность, и у них обычно очень хорошая рентабельность вложенного рубля. То есть вы можете условно вложить 50 рублей, а заработать чистой прибыли порядка 150, и такие ситуации бывают. Ну, я по своему бренду, по своим продажам знаю, здесь я, как говорится, придумывать ничего не буду. А вот уже на дорогих товарах, например, вот даже товары, которые в себестоимости у меня порядка 400 и 500 рублей, их продавать в X5, допустим, достаточно сложно. То есть то, что у меня в себестоимости 500 рублей, за 2500 с учетом конкуренции я не могу на маркетплейсах продавать. Из-за этого у меня маржинальность может быть и не 30, а 20%, из-за этого рентабельность намного меньше. И получается, что как бы я зарабатываю-то вроде бы в рублях-то больше, из дорогого товара, но у него продаж меньше и все остальное, это мы еще обсудим. Поэтому первый показатель, наценка, рентабельность и маржинальность, в любом случае лучше у дешевых товаров. И этот показатель мы отдаем именно им. Следующий показатель – это оборачиваемость денег. Это значит, что условно вы вложили какую-то сумму, ну, допустим, давайте на небольших суммах, вы вложили 50 тысяч рублей, и эти 50 тысяч вы вернули, допустим, в ближайшие 2 недели. Оборачиваемость у дешевых товаров намного быстрее, потому что, опять же, у дешевых больше спроса. Мы здесь не учитываем конкуренцию, да, мы в целом рассматриваем, потому что если углубляться в конкуренцию, можно сказать, что если там, допустим, твой товар никому не нужен, он не будет продаваться. Мы здесь учитываем, что вы продаете хорошо, у вас нет с этим проблем. Так вот, у дешевых товаров намного проще вернуть вложенные деньги, потому что, опять же, больше спрос, больше людей, которые покупают, и таким образом быстрее ваши деньги возвращаются к вам. Это очень важно, нежели, допустим, на дорогих товарах. Да, вы с продажи, допустим, одной единицы дорогого товара можете заработать 1000, 2, 3 тысячи рублей, допустим, но это у вас не будет прямо быстро, потому что все-таки маркетплейс — это категория дешевых товаров. Если что, я не агитирую вас продавать только дешевое, это просто, ну, вот такой вот срез, анализ, который можно провести.
Следующее – это объем заказов. Дорогие товары, конечно же, имеют больше объем заказов. Вот я вам приведу пример, что я продаю мелочевку, которая у нас есть. Салфеточки, конверты, дорожки, все такое, которые стоят 300, 400, 500 рублей. И у нас, допустим, продажи в день, 50 тысяч рублей. Но с этих 50 тысяч рублей у меня, допустим, маржинальность будет 30-40%. Вы можете посчитать, до сколько я заработаю. А вот если говорить о дорогих товарах, при том же количестве штук заказанных, там уже будет сумма заказов не 50 тысяч, а порядка 200 тысяч. И такой суммой очень многие начинают понтоваться, говорить, что вот, у меня в заказах тысячи миллионов, миллионы и так далее, и так далее. Но по факту объем заказов-то как бы больше у дорогих товаров, но при этом прибыль-то, все-таки возвращаясь к первому пункту, у дешевых. И поэтому как бы ваша задача, на что вы будете смотреть. И это то же самое касается многих категорий. Если вы видите, где очень много денег, например, вот одежда, да, она прибыльная, но вопрос, сколько денег вы вложите, он очень важен. Об этом мы дальше с вами поговорим. Следующий пункт, следующий показатель – это вложения на старте, и они, конечно же, меньше у дешевых товаров. В любом случае, потому что даже если мне нужно закупить 100 единиц товара, который стоит 50 рублей, это намного дешевле, чем закупить, допустим, 500 рублей, те же самые 100 товаров. Это логично, это грубый пример, но он достаточно простой и достаточно прямой. То есть здесь вложений на старте меньше, но у дешевых товаров из-за того, что у них быстрая оборачиваемость и большее количество заказов, вам быстрее может понадобиться дозакупка. И если вы сейчас приведете мне пример тех, кто продает, не знаю, какие-нибудь белые футболки по 30-40 штук в день, это классно. Но это больше исключение, чем результат. Из тех, кто закрепился на первых местах, они там и продают это количество. А вот уже новенькие, им уже сложнее. Все-таки новеньким без бюджета будет сложнее. Мы здесь не говорим тех, у кого есть там 10 миллионов на то, чтобы развивать продажи на маркетплейсе. Следующее – это конкуренция. И здесь, конечно, можно сказать, что вот, в дешевых товарах она меньше или больше и так далее. Но я считаю, вот по поводу конкуренции неправильно привязываться к цене. Потому что конкуренция у нас зависит от категории товара, от самого товара и так далее. Поэтому здесь с точки зрения конкуренции, да, у кого больше, у кого меньше, я бы здесь этот голос, так скажем, отдала и дешевым, и дорогим товарам, потому что конкуренция есть везде. Редко сейчас есть какие-то товары, в которых нет совсем конкуренции. Да, мы, допустим, я не скажу, что у меня какой-то прям эксклюзивный, у нас ассортимент в бренде Leo Home, но все же мы стараемся заходить в отчасти товары, даже не в категории, а в товары, где меньше конкуренции и где еще, так скажем, спрос, не прощупан. То есть люди вроде бы продают, но продают такое, что никому не нужно, и даже если спрос есть, они не покупают. Вот. А мы работаем в формате того, что как бы потенциальный спрос там есть, мы туда заходим. По конкуренции странно ориентироваться, дорогие либо дешевые товары. Это никак не относится именно к цене, это относится к категории и к товару. Следующее – это расходы на маркетплейсах, и это понятно. Комиссии. Может быть, у вас одинаковое в процентном соотношении, но она в любом случае по объему будет ниже в дешевых товарах. Ну, это грубый пример, но все же, да? Что вы 10% возьмете от 500 рублей, что вы 10% возьмете, допустим, от 10 тысяч. Это совершенно разные истории. То есть, допустим, 50 тысяч рублей – это разные цены. Вот, и комиссия получается меньше, и даже ряд маркетплейсов, такие как, например, Magnet Market, у них как раз комиссия зависит от цены товара. Да, там наоборот – комиссия больше у дешевых товаров, но это связано именно с другим моментом, с тем, что если оставить большую комиссию дорогих товаров, она будет слишком большая. И поэтому они как бы адекватно оставляют единую плюс-минус комиссию для всех товаров, которые есть. Следующее – это доставка товаров. Очень часто люди закупают, допустим, Китай, другие страны, и мы с вами все прекрасно знаем, что доставка из Китая зависит от веса товара, то есть она учитывается за килограмм. Дешевые товары в большей степени, с большей вероятностью, это что-то маленькое, а значит не такой тяжелый вес. Это немножечко сомнительный параметр с точки зрения доставки, она дешевле, но все-таки я считаю, что это можно учитывать, такой параметр, его можно отдать дешевым товарам, и таким образом мы с вами сейчас немножечко прошлись
по разным параметрам, которые относятся и к дорогим, и к дешевым товарам. Ваша задача, я надеюсь, написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу и какие считаете параметры относятся еще к дешевым, дорогим товарам. Обязательно пишите в комментариях. А на этом у нас с вами все. Я надеюсь, вам было это полезно и как минимум интересно. На этом все. Подписывайтесь, комментируйте и встретимся с вами в следующем видео.